И прямо сегодня я позвоню самому настоящему разработчику. Это дуэльный бан? Навсегда. Точно вас забаню, молодой человек. За что? Нет! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня я позвоню самому настоящему разработчику Stand-Off 2! Я не шучу, потом, братишка, прямо сейчас пристегнись, потому что мы взлетаем! Ну и куда без этого замечательного флип Вортекса? Я тебе его хотел подарить совершенно бесплатно. Чтобы получить, надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Братик, подпишись. А во-вторых, напиши любой хороший комментарий и твой ID. Чем больше комментариев, тем лучше. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну а мы приступаем к видео. Ну че, пацаны, вам не послышалось? Прямо сегодня мы постараемся дозвониться до разработчика. И знаете, как я это сделаю? А очень просто. Вы, наверное, никогда не обращали внимания на вот это вот объявление. А я обратил! В этом объявлении есть номер. И я надеюсь, что это номер самого разработчика. Missing Horse. В переводе означает «пропал конь». Description. Описание. Описание коня. Худой, англо-европейская порода. Made of stone. Но самое интересное не тут! Самое интересное это снизу. Люди, которые имеют какую-либо информацию, пожалуйста, позвоните по номеру. И вот я вижу номер 037-191-63. И, ребята, как видите, я ввел все цифры, какие видно. Но есть одна небольшая проблема. Да может быть даже большая! В том, что я не вижу последних двух цифр. И мне их надо будет подобрать наугад. То есть в теории там 99 комбинаций. Фух, надеюсь, я позвоню туда, куда надо. Погнали пробовать набирать. Ребята, только что я нашел еще одно такое объявление, и я очень сильно надеялся на то, что тут номер видно, но, к сожалению, пацаны. Тут тоже ничего не видно. Вот я вижу, что первая цифра как будто начинается на 1. Вот у вас нет такого ощущения? Поэтому давайте вот я попробую, наверное, начну с самого простого. И буду набирать по очереди все 9 цифр. Набираю самый первый номер. Вот такой вот, видите он? Вот прям сейчас. Все, набираю, звоню. Ага, неправильно набрал номер. Ну что, пацаны, теперь набираю с двоечкой в конце. Пробую набирать, возможно, сейчас дозвонюсь. А ну, как думаете, значит, пошел или нет? А? А, неправильно набранный номер, ну ясен пень. Пошел вызов. Алло. Алло, ты кто? Здравствуйте, а вы разработчик? Ой, да хватит мне звонить. Школьники опять какие-то звонят. Все. А, то есть я не первый к вам звоню, да? Ой, все. Стандов говно, пока. Это трэш! Ха-ха-ха! Вы слышали? Это был какой-то тип. То есть он взял трубку, он понял, о чем идет речь, но он точно был не разработчиком. Ну давайте пробовать цифры дальше. Пробуем дальше набирать. 5 minutes later. Блин, ребята, я так расстроен. Набираю еще один номер. У меня осталась буквально последняя цифра, и если я прям сейчас не дозвонюсь. Все, остается последняя цифра 0. Я очень надеюсь, что я попаду туда, когда надо. Все, ребята, набираю прям сейчас с нулем в конце. Надеюсь, вызов пойдет. Пошел! Пошел вызов! Алло? Ё-моё, опять вызов не идет, сейчас и дичь. Я просто в шоке. Короче, я его позвонил 5 раз. Потом в итоге он мне первый написал в телеграме. Извините, что беспокою. Он пишет, вы кто? Вы имеете связь со стендофом? Ну, допустим. Вы разработчик? И он пишет, да. Прямо в эту секунду он напишет свой ДС, и я его наберу. Настоящего разработчика. Я не верю своим глазам. Просто это была пасхалка с провинции. Обалдеть. Все, мужики. Прямо сейчас жду его дискорд и буду его набирать. Короче, пацаны, он уже в лобби. Я не верю своим глазам. Ибо он уже в лобби. И прямо сейчас я его наберу. Я создал кастомное лобби. Просто прикиньте, разработчик в шагах. Думает, его кто-то пригласил в лобби. А тут еще он подумает, что я софтер. И, возможно, даже захочет меня забанить. Ха-ха. Все, набирай ему. Алло. Да, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. А вы разработчик, правильно понимаю? Да, все верно. Смотрите, вот такой вопросик. А я вообще первый, кто к вам позвонил? Нет, уже много было до вас школьников. А, я понял. То есть я не первый, кто нашел номер ваш, да? Все верно. Смотрите, а вы разработчики, можете делать все, что угодно, я правильно понимаю? Да, если хотите, могу вас забанить, проверим. Да не, давайте без бана. Хочешь халявный дроп? За
Залетай на бундро! Короче, братик, смотри, и прямо сейчас на экране ты видишь секретный промик, ты уводишь и получаешь кассик на халяву! Прикинь, как это круто! И это не все. Плюс, братанчик, мы сейчас залетаем платиновый БК. Ты посмотри на этот дроп! И помимо всего этого, тебе еще подать скрижали. А скрижали ты тоже меняешь опять-таки на халявный дроп! И это все бесплатно! Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Смотрите, а мы можем с вами сыграть дуэлечку? У меня есть одно для вас предложение. Ну я же нашел ваш номер, правильно? То есть пасхалку нашел на провинции, правильно? Ну да. А давайте, короче, так. Если я вас побеждаю в дуэли, вы мне дарите киргол. Но если я проигрываю, то вы предложите сами. Давайте я вас забаню, если вы проиграете. Только учтите, что без права разбана навсегда. Вы серьезно? Конечно. Это дуэль на бан? Навсегда. Ну, давайте, давай попробуем. О, ну что, будем играть дуэлечка, правильно? Да, все верно. Слушай, такой вопрос вообще, а вы вот, ну типа как, вы кибер или вы нуб? Я разработчик. Не, ну вы нуб или кибер? Ну больше, вот кому вы себя относите? Ну, естественно, разработчики часто тренируются, поэтому я киберспортсмен. Ого! А вы знаете клан Saints? Ну да, слышал о таком. Я их тренировал. Вы сейчас не шутите. Не, серьезно. Если знаете, там капитан, фермер, я, говорится, я его обучил играть, и он благодаря мне стал жестким игроком. Nope. Отстаньте! Ничего себе! Чисто битва, хана, блин! Ой. Да что, блин? Как? Вот и помер дед Максим! Только разработчик остался с ним. Слушай, а вообще, быть разработчиком быть тяжело? Ну, на самом деле, да, у нас очень строгий график. У меня очень строгий график. Мне надо покушать, сделать уроки. Тренируемся над новым обновлением. Будем менять карту Sandstone. Будет изменение на планете А. А можно рассказать? Мне вот интересно, как начинается день разработчика? Вы проснулись, дальше что вы делаете? Завтракаю сначала. А в туалет вы не ходите? Еду в офис. А личинку не пускаете в туалете? Вы так, слушайте, не шутите, а то отлетите в бан навсегда. Да не шучу, я просто, вы сказали, что вы просыпаетесь сразу на работу. А в туалет вы не ходите? Давайте без таких все-таки подробностей. А вы точно случаем не читер? Не. Что вас смутило? Почему я читер? Да как минимум твой керамбит голд. Да нет, в смысле, я трейдер. Керголд тут чистый, вы там не переживайте, я не такой. Ой. Ого! Ничего себе, попали по мехаешке. Смотрите, такой вопросик. А вы вот планируете добавить в будущем обновление вертолеты? Вертолеты? Нет. А почему? Ты добавили вертолет, нормальная тема, не? Ну чисто, вот я представляю, вот я так прыгаю, я чисто так приземляюсь с вертолета, чисто вам маслину ставлю. К нуболимому. А почему считаете, что я нуболимый? Ну, потому что я прямо сейчас поставлю маслину. Через 3, 2, удачи. 1! А откуда была информация по мне? Не хотите отлететь на банановые острова? Какой отлететь? А за что отлететь? Подождите, за что? Обоснуйте, на понятие. Я вел себя очень тихо, а вы откуда-то узнали, где я? Нет, не кажется странным. А вы знаете, что такое брейн? Брейн. Я играю по брейну. Мне кажется, это не в вашем случае. Опа, шпунь! Ах, кто такой ботик? Ах, кто такой маленький? Это вы, бот. Пожалуйста, давайте без оскорбления, то улетите на банановые острова. Ага, причин, киберболт или что? Вы киберболт не готовьте? Промик на киберболт не готовьте? Вы меня слышали? Да, конечно. Промик готовьте! Слушай, а можно предложить, давайте как настоящие мужики выйдем на ножах? Давайте на лангу, как настоящие мужики. Вы готовы на ножах выскочить? Если я побеждаю, вы мне что даете? Пирамид голд. А если вы проигрываете, я вам даю куда? В рот! Ладно, это все. Вы зря, молодой человек. Да не, ладно, все, погнали играть. Все, давайте, готовы? На мужика! Так. Салам алейкум! Все, это точно бан, вы крыса, просто крыса. В смысле бан? Я не могу с вами играть. В смысле, а почему не можно? Я вас сразу в бан отправлю. Какой еще бан? Вы себя отправьте в бан, мне бан не надо. Я на самом деле не хотел вас банить, но за такие выходки вы по-любому отлетите в бан. Блин, извините. Извините, пожалуйста, можно не банить. Это первый и последний раз. Больше кого не будет. Ну, очко мама достает, вы понимаете. Я написал программу. Написал программку уже про вас. Кого слепит этот дуб? Точно вас забаню, молодой человек. Как вам можно обращаться?
Грипп? Нет, вы можете меня называть Илья Пипович. Илья Пипович, я вас услышал. А как вы относитесь к читерам? Негативно. Они вообще портят игру нормальным игрокам вроде нас с вами. А что бы вы хотели, чтобы мы добавили в новом обновлении? Ну, кроме вертолета. Ну, смотри, мне хотелось бы, чтобы добавили девочек. Вы же понимаете, джага-джага, сами понимаете. Если в реальной жизни не получается, хотя бы в игре. Я вас услышал, вызываю дурку, и после дуэли точно бан. Какой бан? За что? Все-таки вы с разработчиком играете, а не со своей подружкой. Не, ну подождите. Подружкой. Слушай, может быть, я просто номер стопал. Вдруг вы не разработчик? Ого! Ну реально вы киберспортсмен. 6-1, ну это прямо сразу я вижу, что вы киберспортсмен. Ну, да. А вы планируете добавлять вот какой-то античит новый? Потому что очень много софтеров. Да пока нет, сейчас Gold Pass добавляем и новые скины. А, подождите, вы добавляете вот новый скин как не было или как его зовут? А у вас случаем нету наводки с... Аима? Не, конечно нет. Зачем мне Аим? Смотрите. Пошел, а то я уже записал ваше ID. Сейчас оно точно в бан улетит. У меня уже просто нервов нету с вами играть. В смысле нервов нет? Почему? Почему? Покачину папайи. Покачину? А почему это я бан? Я не хочу бан. За что? Потому что я играю лучше, чем вы. И вы играете неугалимый. Я вас только как изичку мочу. Вы просто сол. Вы свои слова вывезете? Конечно. Знаете клан Horizon? Знаю, конечно, да. Я их тоже тренировал. А вы знаете я клан? Я там играл. А вы знаете клан Маслята? Не, я таких нубов не знаю. Уважаемый! Вы понимаете, что прямо сейчас вы должны будете отдать мне киргул? Так, ну что, последний раунд. И если я вас сейчас мочкану, вы даете мне промик. Ну хорошо, да, конечно. А я вам даю врап! Извиняюсь, у меня просто болезнь. Я говорю вот иногда такие плохие слова. А вы в тёмке, наверное? Конечно. Так, ну что, вы понимаете, сейчас будет у вас проигрыш? Раз... 2, 3, домой, бота! Вы что, собрались плейти? Гниль, боже, я не могу, жди бан, просто жди бан. За что? За что бан? Да я уже забанил. Уже забанил? Проверяй. За что? Нет! Это бан? Ну что, пупс, вот тебе бан за то, что ты надо мной издевался, угорал всю игру, без права разбана, пока терпила. В принципе, ребят, на этом все. Прожмите лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал и на мой телеграмчик, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока-пока.